На Красном спуске, ведущем к железнодорожному вокзалу, городские волонтеры провели субботник в рамках реализации проекта «Переработка в деле», который стал победителем конкурса добровольческих молодежных проектов в 2023 году. Сегодня мы собрались, чтобы брать прилегающую территорию. А на самом деле здесь давно уже не проводилось никаких субботников, и пора навести здесь порядок. Этот субботник экопроекта – пятый по счету. Предыдущие проходили на разных территориях, в том числе и в районах будущего парка «Патриот» и студенческого городка. Цель проекта – провести череду субботников с прилегающими мастер-классами по переработке материалов, потому что переработка вторсырья – это то дело, которое требует на самом деле большого внимания к себе, и наш проект очень хорошо продвигает эту всю идею в Севастополе непосредственно. Мастер-классы по переработке вторсырья проводят на базе севастопольского творческого пространства «Арт-решение», которое реализует многие экологические проекты. Его руководитель подчеркивает, что на подобных субботниках сбор мусора раздельный. Пластик и алюминий сдают, а стекло забирают с собой, чтобы переработать его самостоятельно и превратить бывший стеклянный мусор в оригинальные украшения. Мы стекло заберем, переработаем его, сделаем стеклянную гальку. Целые бутылки мы расплавим в муфельной печке. И потом участники сегодняшнего субботника придут к нам на мероприятие и уже сами посмотрят, что можно сделать с тем вторсырьем, которое они сами сегодня и собрали.